Ну, кстати, всем привет! И сегодня я буду показывать, как я кипю клейку. А пока что, чтобы дома она не бегала и побыла на свежем воздухе, и чтобы мы ее не ловили, пока мы будем чистить клетку, я ее привезу в день. Не самое лучшее впечатление, поскольку у него мусора. Вот это сейчас я все выкину и помою ее лоточек. Теперь мы насыпаем слой наполнителя. Накладываем траву. Мика свою клетку ест. Пахнет как чай индийский. Яха! Время вкусняшки и покушать. Мы покупаем разные корма. Вот, покупаем, конечно же, соль. А мы купили один раз соль, такую морковку, и покупать ее, потому что она у нас где-то за 5 минут ее все сгрызла. Теперь насыпем это ей в кормушку. Вот сюда. Так. Ух ты, здесь семечки. Мимишка. Ням-ням. Моя голодная создание. Ух ты! Ух ты, пухти! Вот так вот. Теперь мы должны прикрепить соль. Открываем. Убираем ее домой. Тяжелое какое. Всегда следите, чтобы у кролика была еда в поилке. То есть вода. Все, все. Понесли домой. Чего ты делаешь? Что ты делаешь? Что делаешь-то? Реднюка, реднюка. И, кстати, мы заметили, что наш кролик, ну, Мимика, очень любит листы салата. Запомните, что капусту им ни в коем не давать и нельзя. Вот так что. Ня, вкусняху. Специально для Мимики. Мы в нашем огороде отделили местечко для ее салата, ее любимого ладушка. Я не знаю, почему она не захотела есть на улице. Наверное, культурная женщина только в доме. И еще только для нее, ну и для нас, конечно же, мы посадили целые 6 грядок морковки, потому что я тоже очень люблю морковку, тем более сахаром.
Вот так мы живем в деревне с кроликом. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!